как раз кадр, кадр. Снимаю, как я иду сюда. Поднимаюсь. Когда у этих ворот было, как раз заснял. Когда у этих ворот было, как раз заснял. За кого болеете? Не один играет, дай пас. За красивый футбол. Я тоже ездил на хоккей. А? На хоккей ездил. Сегодня? И что там, кто играл? А? Кто играл? Устал. Со спутником. Молодые команды, да? Да, пацаны маленькие. Ага. И что, как? Ну, ты, а? Как результат? 5-2. Слава, у Питер выбил. Там все закончилось или еще будет? Завтра будет. Завтра уже завершающая стадия? Завтра где-то в 2 часа где-то. Угу. 2:15. Завтра еще тут будет турнир же по футболу? Ну да. Утром где-то. Где-то с полдесятого, что ли? Куда поедете? Ну, сюда зайду. Угу. А потом туда поеду. Тут еще будет сборная, вот АФЛ Тагила играть против сборной Екатеринбурга завтра в 6 часов, по-моему. Или в 5, что-то такое. Там сюжет будет? 6, да? Да, в газете написано. Тут потому что 5:15 на рождение будет. Да-да-да, ага, в 6, да, все правильно. Первую игру видели? Нет. Там что-то... 10-0 я что-то у меня. Там, я у Димы спросил, какой счет был. Он сказал 10-0. Да. Черные вели. Там в конце, наверное, 20-0 было. Там уже. Не, это потом ушел. Ага, ну там вообще крупный счет. Наверное. Рекорд Нижнего Тагила установлен был. Так это бывает, да. Чтобы это, забивали там. Там молодая команда. Вчера здесь футбол был. Кто играл? А? Кто играл? А Гальянка играла с Спартой. И как результат? А, или 8, или 10, 3. Ну неплохо, хоть 3 гола. 3 гола забили. Да, ну, хотя первую игру они лучше сыграли Спарт. С Гальянки. Ну тут что-то да, как-то дать они во втором тайме дать. Гальянка как-то дать не очень так. Поддавалась маленько. Берегли силы. Да, так, на, след... на завершение сезона. Ну, да. Не торопились забивать его. А что там этот стоял туда? Улёхин туда. Ванин даже. За кого стоял? Ваня тогда, знаешь, это Алексей Геннадьевич. В атаке тогда. Ничего нет. А? Ну на вид, наверное, знаю. Такой рыженький. За кого он стоял-то? Ну, рыженький такой парнишка. Молодой, что ли? Ну да. Там Виталия есть. И вот этот рыженький. Да. Привезли. Ну, эти хотят трибуны делать. Да? Здесь? Да. Ничего себе. Интересно. Я думаю, на следующий год, да. В этом году, да. Что-то освещение, да, вот тут сделали? Вот. А я не знаю, я ни разу не видел, чтобы они горели. А вот сегодня Дима хотел, ну, попросил, что включили. А? Дима попросил сегодня, что включили, может, включат.
под... Ох ты! Вот это да. Почти что мах-мах. Я подошел как раз, как раз захотел дать. Мяч полетит, да все падло, понимали? А тут был здесь, когда эти финальки были? Воскресенье то. Нет, нет. Интересно было это? Пенальти. А, конкурс был, пенальти. Ну да. Вот. Ну вот на маленький. Угу. Вот на такие. Угу. Кто выиграл? Ну там. С какой команды ты не знаешь? Ну там команд что-то 6 или 8 было. Угу. Вот трех там. Ага. Лёха Песка был. Все Геннадьевич был. Молодчик. С команды тут и полные такие, да и будем. Такой вот, как он. Ага. Тёмный такой футболка. Ох ты. Ну били где-то нас вот. Вот как последнюю фишку, да. Uh-huh, вот лежит оно, вот такое расстояние. Я тоже не остается, стоял вот. Где-то, ну где фишка дать. Такое же расстояние. Да. Uh-huh. Мячик останется, так отскочил, да, дюк, и ко мне, ну, она же покончила, поймала бы. Ну, слава богу, что скамейки сделали. Какие? А вон там, под крышей, козырьком-то. А, хотя не было их? Не. Не было? Ты не видел? Нет. Ох ты, почему. Стиля проспал, да? Я вот лаком покрыл, да, два раза. Здесь вот? Да. Вон, ага. А то как тогда все эти скамейки, да, доски эти, да, стоят с гремизных. Все, говорю, и кентие боги, да, не пахнет. Угу. Туда уехал. Футбол смотреть. Да? А там что? Там футбол. Кто играет? Не знаю, там кто-то детский или что там. Как он, внук или сын, да, я не знаю. Так. А сборная-то наша не играла? А? Сборная-то не играла? Сборная Тосита не играла? Вот паузу ты можешь. Не знаю. Не сидели? Все слышно? Нет, ветра нет, не шумит. Ага. Не качается. Да и так? Такого зада футбол-то. Да взято не было лучше. Хватит. Полил, да и хватит. Вроде как выходные обещали, сегодня, завтра.
даже этого нет. Врача-то. Вова. А обычно всегда он присутствует? Ну да. Или дозить неохота дойти, деваться. На праздник, может, пошел сегодня же. День танкиста, на праздник пошел, наверное. Смотри! Я думаю, тут походу как из ракеток. На самом поле играем, да, тут на половинку, бля. Угу. Смотрю, с той стороны там тоже играем, да. Ну тут здесь тренируются, а здесь-то играют, да. Маленько забыл, да, что центр футбол там, да. Мини-футбол. А вот потейку тоже показывали. Тоже как минимум, ну тоже на соп-поле, да, только меньше. Ага, ага. И с бортами там. А, ветеран играет. Да, вот такие. Ну, такие. Да-да. Как куртик такой. Полухоккей. Когда показывают? Давно? Играйте там. Вот. Август. Я тоже смотрел, да, хоккей с мячом, да. Вот так, походу. Чемпионат мира? Да. Наши там же в финале проиграли. Я тоже с куском бегали по полю, да. Ноги устанут. Угу. Еще куску держали. Угу. Там-то все на кромке. Там размер, все, вышки, все. А, это на траве какие-то? Да, на траве. А, я тут подумал, такой. Mm-hmm. С мячом на льду же есть. Есть мячом такие, да? А? Есть на траве, да, с мячом. Да. А, там называется, да, бенди, да. Бенди там. Ну да, с мячом. А что, где-то показывали на траве? Ну, по телеку. Да? Такой не очень популярный вид спорта. И на коньках тут гоняются, скоро-то отталкиваешься просто ногами. Угу. А тут просто бежишь просто. Да-да-да. Ну, как футбол. Да, бежишь, только футбол пока. Только с куской. Да, только руками. Коп остановился, да, тюк, стукнул, да, по мяч. Там ворота большие. Да не. Маленькие, ну такие же красные. Ну. Такие маленькие. Ну все равно там мяч-то маленький. Ну он тоже вот сел, да, и сидит так. Ну вот он, да. На коленках, да, ползает. Как в мини-футболе. Ну да. Нас тоже, да, сын, да. Упал, да, шайба, да. Упал на лед, да. Сидит такой, да, на льду, да. Шайба перенил тут. Между ног катается, да. Корень.